В больнице в одной палате лежали два тяжелобольных человека. Один лежал у окна, а кровать другого располагалась у двери. «Что там видно в окне?» – как-то спросил тот, что лежал у двери. «Я вижу небо, облака, озеро и лес вдалеке». Каждый день лежащий у окна рассказывал своему соседу о том, что происходит за окном. Его соседа мучила глухая злоба. «Это несправедливо», – думал он. «За какие такие заслуги его уложили у окна, а не меня? Я могу смотреть только на дверь с облупившейся краской». В один день лежащий у окна сильно закашлялся и стал задыхаться. Он пытался дотянуться до кнопки вызова медсестры, но у него не было сил. Сосед наблюдал за происходящим. Ему ничего не стоило нажать на свою кнопку, но он не сделал этого. Через некоторое время первый затих. Когда его унесли, сосед попросил медсестру, чтобы его переложили к окну. Медсестра выполнила просьбу больного и, убедившись, что больному удобно, направилась к двери. Вдруг ее остановил крик. Это был крик ужаса этого больного. «Как же так?» – вопил он. «Это окно выходит на глухую серую стену. Но тот, кто умер, рассказывал мне, что видел лес, озеро, облака, людей. Как же он мог все это видеть из этого окна?» Медсестра печально улыбнулась.